Снежной выдалась весна 1944 года в предгорьях Карпат. После трудных переходов солдаты 2-го и 3-го украинского фронтов вышли к государственной границе Советского Союза с Чехословакией и Румынией. Впереди были Болгария и Венгрия, а еще дальше Вена. ...1944 год. Выполняя свою освободительную миссию, советские войска развернули наступление от Карпат до Черного моря. И эхо победных боев звучало призывом к восстанию для народов Юго-Восточной Европы. Маршал танковых войск ротмистр. Его танкам, всем войскам еще предстоит долгий и трудный путь. Предгорье Карпат. Здесь, у берегов, разлившихся после летних дождей рек, началась знаменитая Яско-Кишиневская операция. Войсками 2-го Украинского фронта командовал генерал Малиновский. 3-й Украинский фронт возглавлял генерал Долгухин. Главной целью советского наступления было окружение Яско-Кишиневской группировки врага. Эти стрелы на карте – направление основных ударов 2 фронтов. ...20 августа. Советское командование наносит мощный и стремительный удар по румынским войскам на флангах немецких армий. В районе Яс и Кишинева немцы оказались в котле. Их союзники, румыны, прижаты к Черному морю. 18 из 25 вражеских дивизий попали в окружение. 106 тысяч человек попали в плен. Румыния вышла из войны. Ее народ повернул оружие против нацистов. Перед войсками маршала Малиновского открылся путь к жизненно важным центрам Румынии. 31 августа они с триумфом вошли в Бухарест и в центр нефтяного района Плоешти. Освободителям цветы и улыбки. Сентябрь 1944 года. Пробил час освобождения другой балканской страны – Болгарии. Болгария была весьма ненадежным союзником Германии. Царь всех болгар Борис, несмотря на свою преданность фашистам, не смог заставить болгарских солдат воевать против русских. В Германии союз с Болгарией называли «браком по расчету». Этот брак обернулся для болгарского народа унижением и горем. Эсэсовцы и болгарские фашисты на этой многострадальной земле творили чудовищные злодеяния. ...8 сентября 1944 года войска маршала Толбухина пересекли границу Болгарии. Им не было оказано никакого сопротивления. Народ с радостью, с ликованием встречал освободителей. Спустились с гор партизаны. Отныне болгарские солдаты будут воевать против гитлеровцев. Болгарская земля свободна. Но рядом томилась фашистской неволей и сражалась с оккупантами Югославия. Под руководством Иосипа Броза Тита партизанские отряды Югославии объединились в Народно-освободительную армию, которая представляла значительную военную силу – около 400 тысяч бойцов. Гитлер вынужден был держать здесь несколько дивизий – авиацию, десантные части, горных егерей.
Стратегия выжженной земли. Такая же, как и в России, в Беларуси, на Украине. Но партизаны ценой огромных жертв постепенно теснили гитлеровцев, освобождая родную землю. Самолеты союзников и военно-воздушных сил советской армии доставляли партизанам оружие, боеприпасы, медикаменты, эвакуировали раненых и больных. «28 сентября ударная группировка 3-го Украинского фронта и части Народно-освободительной армии Югославии перешли в наступление в направлении Белграда. Враг отчаянно сопротивлялся. Но к 20 октября были подавлены последние очаги сопротивления гитлеровцев. Белград свободен. Белград встречает освободителей». К 29 октября вражеская группировка в Венгрии оказалась в окружении. Советское командование предложило немцам капитулировать. В Будапешт был направлен советский парламентер капитан Остапенко. Фашисты подло убили его. Это случилось 29 декабря. А в первый день нового 1945 года началась ликвидация окруженных сил противника. Президент США Рузвельт назвал бои в венгерской столице немеркнущим подвигом тысяч героев Красной Армии. 18 февраля советские войска прорвались в западные районы города. Наконец, пушки смолкли. Так завершилось сражение за Будапешт. Настала пора подвести итоги. В Венгрии немцы потеряли 128 тысяч человек. 138 тысяч фашистских солдат и офицеров сдались в плен. В боях за освобождение Венгрии погибло 140 тысяч советских воинов. Теперь дороги войны вели к придунайским равнинам, к Вене. Командующий 3-м Украинским фронтом Толбухин сказал своим генералам: «Еще несколько дней, и Вена вновь услышит вальсы Иоганна Штрауса». Он обратился к жителям столицы с просьбой сохранять спокойствие. С севера и с юга к Дунаю, к Вене шли советские дивизии. Начиналось наступление. Метр за метром, дом за домом, улица за улицей. Так протекали упорные, жестокие бои за освобождение Вены. Апреля 1945 года фашисты капитулировали. Большинство исторических памятников было спасено. Вена была изранена, усыпана битым стеклом, но она жила. Город Моцарта, Листа, Штрауса словно очнулся, сбросил оцепенение.